Менее 3 недель назад Белорусскую федерацию хоккея возглавил Семен Шапира. Его кандидатуру, предложенную Гродненской областной федерацией и хоккейным клубом «Неман», делегаты поддержали большинством голосов. Сегодня на внеочередной конференции в Минске были избраны новые заместители председателя. Ими стали Дмитрий Басков, Сергей Гончаров и Анатолий Варивончик. Анатолий Михайлович Варивончик, легендарный известный наш хоккеист, очень много сделавший для белорусского хоккея, для «Немана». Басков Дмитрий Юрьевич, тоже известный тренер, который сегодня лучший тренер в нашей стране, лучшую школу возглавляет. Гончаров – это тоже очень достойный человек, много отработавший в белорусском хоккее. Поэтому, я думаю, тут никаких сенсаций сегодня не произошло. Хоккеисты юности сыграют на международном турнире «Кубок Татр», который пройдет 17-20 августа в Словацком Попраде. Подопечные Михаила Захарова во второй раз примут участие в этих состязаниях. Летом 2015 года юность заняла второе место. В этом году 6 команд разделены на 2 группы. В соревнованиях принимают участие представители 5 стран. Словацкие Попраты – Кошице, французская Ницца, немецкий Байрат и венгерский Дунай-Вараш. С 26 по 30 июля юность станет организатором международного турнира в Чижовка арене. В гости к минчанам прибудут Ярославский «Локомотив», Рижская и Московская «Динамо», Югра из Ханты-Мансийска. Анжелика Урман, телекомпания СТВ.